Трехлетняя девочка упала с лестницы второго этажа частного детского сада в Махачкале. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело в отношении руководства учреждения. По предварительной версии, причиной происшествия могло стать несоответствие нормативам расстояния между лестничными балясинами. В пещере Дюрк в селе Хюстильте Басаранского района произошел обвал горных пород. Даг Наследие направил в администрацию муниципалитета письмо с предупреждением ограничить доступ к объекту в целях безопасности людей. Местные старожилы рассказывают, что ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами, а теперь обвалилась и последняя. В Махачкале арестовали четверых участников экстремистской организации СССР. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы. Подозреваемые вовлекали в свою деятельность новых участников, проводили собрания и лекции. Они до сих пор отрицают распад СССР и конституционный строй современной России. Кроме того, идеология организации мешает работе госорганов. Пожизненный срок грозит 22-летней жительнице Махачкалы за сбыт наркотиков. Полицейские изъяли у нее около килограмма мефедрона, всего более 900 пакетиков. По предварительной информации, женщина в течение года сбывала наркотики через интернет. Известно, что она вовлекала в это дело и свою несовершеннолетнюю сестру.